Привет всем любителям фэнтези! Предлагаю прослушать обзор к американскому сериалу «Аванпост» второй сезон. Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Девушка с воинственным именем Коготь – последняя представительница своей расы чернокровок. Деревню, в которой она родилась 13 лет назад, разорили кровожадные наемники. Из всех жителей последняя осталась живых только она одна. После этого Коготь дает клятву, что рано или поздно обязательно отомстит за родных и близких. 13 лет спустя она отправляется на их поиски. В загадочной крепости Аванпост, куда она прибывает, девушка сначала знакомится с симпатичным капитаном, а потом выслеживает одного из членов Ордена, напавшего на ее народ. Крепость находится в отдалении от остальной цивилизации, но Коготь решает, что она должна освободить население Аванпоста от власти диктатора. Для этого ей нужно использовать только что приобретенные сверхспособности, чем закончился первый сезон. Осторожно, спойлеры. Коготь и ее друзья вернулись, но Аванпост уже заметно отличается от того, каким они его покинули. Коготь натыкается на Дреда и хочет отомстить ему, но спасение друзей останавливает ее от этого. Аванпост второй сезон. Коготь, Гаррет и Джанзо должны завершить начатое, спасти себя и защитить мир от фанатичного религиозного диктатора. Актеры: Джессика Грин, Джейк Стормуэн, Имаджин Уотерхаус, Ананде Сайбарочиан, Робин Малкольм, Эндрю Ховард, Чаран Прабхакар, Филипп Броди, Адам Джонсон, Кевин Макнеллин, другие.